Всем привет! Зашла в Walmart. 100 лет не была здесь. Сегодня у нас суббота, где-то 12 почти. И это самое, тут народа. Вот сельдерей, пучочек. Хорошая штука, чтобы сок делать. $2 одна штука. За штуку, за вот эту вот цветную капусту 3,47. И они разрешают только две взять. Достаточно большие. Можно взять, кстати. Сейчас я посмотрю, чтобы было привлекательное по виду. В общем, такую я выбрала. Морковка 3LB 94 цента. Это очень дешево, кстати. Потому что я за одну морковку в китайском или как варю какой-то суп или борщ, значит, я плачу $1. А тут вот 94 за пучок берем. Окей. Лук. Ну, пока есть две луковицы, пока хватит. Вот уже к Хэллоуину куча всего. Уже в этом месяце Хэллоуин. Окей. Что это такое? $9 за корешки. Саур чай. Сквош. Я не знаю. Ни разу не пробовали мы это. Этот сквош. Чаю сквош. Ну, вообще, сквош это типа тыква. Персики. За килограмм 6,55. Бананы по 2,14 за килограмм. Зелень. Такой большой упаковка. $5.97, $6. Там почти полкилограмма зелени. Чесночки чищенные, $10. Вот этот. Тут много, 3LB, 1,5 килограмма. Или же маленький за $4. Пол ЛБ это 250 где-то грамм. Ну все, у меня получается только морковка и вот эта вот штука. Я пришла кинуть деньги на карточку. И вот это арахисовое масло. О, значит, сиропы. Это не maple. А, это original Canadian maple taste. А, это вкус. То есть это не сироп, наверное. Sugar-free сироп. Я не знаю. Это не maple. Это maple taste. Сладкий. Всякие батоны. Так, эта музыка будет заблокирована. Походу у меня. В общем, сейчас акция идет на вот этот peanut butter. Арахисовая паста. 1 килограмм баночка.
И, в общем, две баночки сейчас за 6, боже, за 12 долларов. Так она стоит за одну штуку 7 долларов. Так подорожало, конечно, уже все. Уже 100 лет не покупала это арахисовое масло. А вот тут вот большая 2 килограмма банка. Ой, большая. 11 долларов. Чанки. Типа вот это на доллар выгоднее. Вон KitchenAid продают миксеры, блендеры. Угу. О, я вспомнила, мне надо посмотреть KitchenAid, мясорубки, насадка для мясорубки. Блендеры. Я хотела погружной блендер, вот такой вот, кстати. Типа делать пюрешку. Есть красный и черный. И как бы сейчас скидка на них. Тостер 22 доллара. А, вот эта вот кастрюлька. 36. А, была 36, стала 25. Хорошие скидки такие, да, сейчас? Я вот не знаю, покупать мне вот этот вот погружной или как. Угу. Посудки всякие для готовки. Вот это классное. Тут получается стеклянная сама посудина и крышки тоже такая стеклянная, прозрачная. 30 долларов набор, то есть три кастрюльки и три крышки. Красота какая. $15. 20.